Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашений по Черноморскому флоту. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Таким образом, расторгнуты 4 договора о параметрах раздела флота, о статусе и условиях его пребывания, о взаиморасчетах, связанных с разделом флота, а также последнее соглашение о продлении пребывания военно-морского объединения на 25 лет после 2017 года. Согласно этому же документу, Киев получал скидку на газ, которая теперь также отменяется.